Считай, по-нашему мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку в закуточке. Но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы я пил из горлышку, с устатку и не евши, что же вы хотите. Но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, мы переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, и разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу ж согласился. И как разошелся, то есть расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал? Да кто от помутнения орал не с горя, а от отупения? Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, протрезвеет и скажет: пусть жизнь осудит, товарищ старшина, пусть жизнь накажет, а? А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чего возиться, раз жизнь осудит? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что мычить, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Я мужа в Химки, а мне в Медведки. Да все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукурекал, сержант подымет, то есть как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначал, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат...